самый легкий вариант. Это будет кардио кикбоксинг, так как многие девушки просили. Возможно, в будущем запишу еще один вариант, где более подробно расскажу о стойках и ударах. Ну а на сегодня получилась такая вот тренировочка. Опять же, не забывайте размяться, если вы будете ее делать. После можете растянуть мышцы, сделать растяжку. Но в целом, надеюсь, что вам будет интересно посмотреть это видео. Я хорошенько вспотела, хоть у нас немножко прохладно сегодня, пасмурно, но все равно получилась отличная тренировка. Итак, переходим к просмотру. Итак, я начинаю свою тренировку с прыжков на скакалке, и я разогреваюсь примерно 1,5-2 минутки. Если у вас нет скакалки, вы можете просто заменить это упражнение простыми прыжками на месте или же бегом на месте с высоким подниманием колена. Тренировка с технической стороны будет легче, чем моя предыдущая, но с физической стороны она требует больше выносливости. Следующее упражнение, которое я делаю, это подъем колена вверх. При подъеме колена вверх руки мы опускаем вниз. Я делаю по 12-15 раз на одну сторону, потом меняю и делаю на другую. Я делаю 3 подхода на каждую ногу. Следующее упражнение, которое я делаю, это будет бег на месте с нанесением прямых ударов перед собой и ударов снизу вверх. При этом я наклоняю свой корпус немного вперед. При выполнении этого упражнения очень важно синхронизировать ноги с руками. Итак, первый подход этого упражнения я делаю на протяжении минуты. Ноги можно поставить на ширине плеч или немножко шире, в зависимости от того, как вам удобней. Теперь восстанавливаю дыхание, просто шагаю на месте на протяжении 30 или 40 секунд. Теперь я перехожу ко второму подходу этого же упражнения, которое я только что делала, и стараюсь сделать его на протяжении секунд 40. Если вы можете сделать на протяжении минуты, делайте минуту.
После этого упражнения я снова восстанавливаю дыхание на протяжении секунд 30. Шагаю на месте. Теперь я перехожу к следующему упражнению. Я делаю приседания, делаю 3 приседания, поднимаюсь и делаю 3 удара перед собой руками. Я делаю максимальное количество раз, которое я могу сделать за один подход. Удары руками можно чередовать, не обязательно делать постоянно 3 удара. Вы можете сделать 2 или же наоборот сделать 4 удара руками. Больше внимания уделяйте приседаниям. Следующее упражнение, которое я делаю, это jumping jack, и я делаю 50 раз. Следующее, что я делаю, это очередной подход с приседаниями. Но на этот раз я буду делать 5 приседаний, подниматься и бить удары руками. Удары руками опять же можно чередовать. Не обязательно бить 3 или 4 удара. Вы можете ударить 5 раз, а можете всего лишь 2 раза. Больше внимания уделяйте тому, как вы делаете приседания. И это упражнение я опять же делаю максимальное количество раз, которое я могу сделать за один подход. Всем спасибо за просмотр, я всем желаю удачи и обещаю, что в будущем я выполню другие ваши запросики. Пока!